Торжества по случаю 30-летия архиерейской хиротонии представителя Латвийской православной церкви, митрополита Рижского и всея Латвии Александра прошли в Риге. Юбилей знаменовался праздничными богослужениями, принесением святыни и концертом. Великие торжества начались с принесения в кафедральный Христорождественский собор города Риги из Свято-Духова мужского монастыря города Екапелса святой чудотворной иконы Божией Матери, именуемой по древнему названию этого города Якобштадская. Под праздничный звон колоколов епископ Даугавпилский Резакнинский Александр, епископ Елговский Иоанн, викарий Рижской епархии, клирики Латвийской православной церкви в присутствии народа якобштадскую икону внесли в собор. По окончании акафиста торжественное всеночное бдение возглавил митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Ему сослужили прибывшие на торжества архипастыри. Для гостей и прихожан это был поистине праздник – помолиться со своим архипастырем у святой чудотворной иконы и разделить радость светлого юбилея. В день положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве и Каневской иконы Пресвятой Богородицы вся полнота Латвийской Православной Церкви молитвенно празднует 30-летие архиерейской хиротонии своего предстоятеля. К началу литургии собор наполнился народом. Торжественности добавляло и присутствие особых гостей на литургии, и прибывшие со всей Латвии священники с паломниками, и съемки литургии Первым каналом Латвийского государственного телевидения. От лица всей латвийской паствы нашего митрополита Александра поздравили епископ Даугавпилский Резакнинский Александр и епископ Елговский Иоанн. Перед всеми присутствующими были прочитаны поздравительные адреса от предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха Кирилла, президента Латвии господина Эгилса Левитса, председателя Сейма Латвийской Республики госпожи Инары Мурниецы. Митрополит Таллинский и Эстонский вручил митрополиту Александру орден Эстонской Православной Церкви во имя священномученика Сергия Ракверского первой степени. Митрополит Евгений передал в дар митрополиту Александру комплект из двух панагий и креста и икону преподобного Федора Санаксарского. Затем владыка Иннокентий, митрополит Виленский и Литовский, преподнес митрополиту Александру складень с изображением всех икон Пресвятой Богородицы, которые прославились на территории литовского государства. Весь храм наполнился цветами. Это прихожане терпеливо ждали своей очереди, чтобы поздравить архипастыря с замечательными юбилеями и поблагодарить его за любовь и молитвы к своей пастве. В память о торжестве и в благословении каждый из пришедших в этот день прихожан получил из рук митрополита Александра небольшую иконку с изображением якобштадского чудотворного образа Пресвятой Богородицы. Что сегодня я могу сказать? Я могу привести слова апостола Павла, что в моей жизни я ничем не могу похвалиться. Похвалиться ничем не могу, кроме своих немощей, ошибок, грехов. А все, что есть хорошее, это от Бога. Я всех вас люблю и с любовью принимаю, и с любовью молюсь за вас.